сквер на проспекте Мира или зона отдыха на пруду Боровом. Один из этих объектов благоустроят в рамках программы формирования комфортной городской среды в 2022 году. Что это будет, решать саровчанам. Голосование стартовало 26 апреля на сайте голосза.ру. Можно выбрать удобный для себя способ голосования. Либо зарегистрироваться на сайте, либо через госуслуги. Если житель города ранее принимал уже участие в данном голосовании в 2019-2020 году, то он может указать свой номер телефона и проголосовать за выбранную территорию. В выборе приоритетной территории действительно важен каждый голос. Поэтому специалисты департамента городского хозяйства призывают саровчан не оставаться в стороне. Голосование продлится до 30 мая. После голосования будет проходить общественное обсуждение проекта благоустройства выбранной территории, где жители также могут высказывать свои мнения, свои пожелания, чтобы они хотели видеть на данном объекте. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8 831 202 24 39. Напомним, по итогам голосования прошлого года победила инициатива благоустройства парка на улице Сосина. На ее реализацию выделили около 26 миллионов рублей. Работы на территории уже начались. Сейчас специалисты демонтируют старые мафы и скамейки, разбирают брусчатку. Обновленный парк подрядчик планирует сдать в октябре этого года. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.